данного земельного участка. Работы закреплены, организация работ закреплена за управлением жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день уже работы начаты по демонтажу, привлечены коммунальные предприятия, которые в оперативном подчинении у ЖКХ. Но работы ведутся, пока происшествий никаких. А скажите, пожалуйста, а куда автомобили, лодки, вот, будки эти? Пока перед нами стоит задача только демонтировать ограждение. Дальше это уже будет второе, ну, следственное какое-то решение. Угу. А на каком основании демонтаж? Решение исполкома. Вчера был исполком, ага. Сюда не исполком. Сейчас предоставим документы, покажем.